Прошу любить и жаловать, Адзуки Бен. Адзуки у нас есть в подростках. Цену сейчас не скажу. Кому интересно, посмотрите диск. Если кого-то нет у нас в Вайбере, сброшу вам ссылочку на диск. Два цветоноса 450 гривен. Растение идеальное. Яркая губа. Много цветов. Восковая. Цветочек очень плотный. Пестрая. Пестрая, красивая. Два цветоноса 450 гривен. Яркая красотка. White and Red. Сорт, который мало кого оставит равнодушным. Посмотрите, облако цветов. Этот сорт тоже долго цветущий. Постараюсь вам показать губу этого красавца. С желтыми такими вот полосочками. Она невероятно красивая. Цветок у нее 5 сантиметров, но за счет того, что много цветов, смотрится, как, смотрите, просто букет, целый букет. Это будет украшение вашей коллекции. Хотя вот здесь вот всего лишь 2 цветоноса. Не 3, не 4. Вот так вот, смотрите. Очень щедрое на цветение. Очень. White and Red, 2 цветоноса, 450 гривен. Есть у нас подростки этого сорта. Подростки есть в размере 2,5. Вот еще доказательство того, что этот сорт щедрый на цветение. White and Red. Вот еще чем порадую вас. Фаленопсис Матагуа. Гипер, супер, мупер восковик. Очень красивая. При всем при этом, что это миди, это не стандарт. Цветок у нее 8 сантиметров. Вот этот. Сейчас померяю, чтобы не обмануть. Я так на глаз говорю, 8 сантиметров. Глаз алмаз, 8,5 сантиметров. Но цветочек для мультифлоры это очень большой. И у нее настолько плотный воск, но она как будто бы из пластилина. Она пахнет. Пахнет в первой половине дня такой незначительный цветочный, такой свежий запах. Очень красивая. Два цветоноса 400 гривен. Как видите, еще бутонов много. Корневая очень классная. Компактная, красивая, с множеством бутонов, очень красивая. Матагуа, 2 цветоноса, 400 гривен. Эта красотка вообще 3 цветоноса. Вот так вот смотришь, кажется, что здесь 2 растения. Нет, здесь одно растение. Просто настолько вот так, шикарная такая розетка. Эти романс, нежный романс. У этого сорта размер цветка 10-11 сантиметров. Это, наверное, молодое растение. Здесь, сейчас скажу, раз, два, три, три цветоноса. Просто, наверное, не дотянул по размеру. Но сам сорт этот очень крупный. Здесь цветочек 9 сантиметров. Но сам сорт этот очень крупный. Поэтому в домашнем цветении вас очень порадует. И цена здесь замечательная. 3 цветоноса 400 гривен. Нежный романс. Фантом. 2 цветоноса 450 гривен. Фантом это тоже восковичок, тоже долго цветет. И у него фактурный цветочек, выпуклый рисунок. В начале цветения он больше к оливковому, потом меняет цвет вот до такого, как вы видите. Сорт очень интересный.
Сорт миньон. Цветок 10 сантиметров, восковичок. Яркий, красивый, насыщенный цвет. У миньона, как видите, немножечко видно слегка белая серединочка. Цветочек очень крупный. Домашнее цветение будет еще больше. Миньон, цена 350 гривен. Ребятки, я когда делала анонс сегодня, вот эту я вам в анонсе не показала. Ну, не дотянулась, скажем так, до нее. Я не знаю, что это за сорт, но смотрите. Та-дам! Это одно растение. Сорт не пробит. Я не знаю, как эта красота называется, но потрясающе. Шикарная. Цветочек крупный, 10 сантиметров. Смотрите, один цветочек такой, один на половинку. Здесь они вообще лимонно-желтого цвета. Здесь тоже на половинку. Здесь она просто вся-всяко на пушечках, в пятнышках. Ну, то есть эта барышня будет вас удивлять и радовать. Сорт не пробит, не знаю. Цена 350 гривен. Удивительная. Вот, пожалуйста, у кого нет белой красоточки в коллекции. Два цветоноса 350 гривен. 10 сантиметров цветок. Карибская мечта. Сорт очень красивый. Яркая, будто бы серединочка, смотрите, неоновая. Шикарный сорт. Цветочек бархатистый. И, как видите, вот закладывает защипы. Поэтому может зацвести полной бабочкой. То есть, есть мутация. Вот этот цветочек тоже бабочкой. Сейчас посмотрим остальные. И здесь защипы есть. Где-то больше выражены, где-то меньше выражены. Вот этого цена не меняется, цена 350 гривен. Есть у нас карибская мечта, если я не ошибаюсь, 250 гривен, там немножко цветочков. Но качество растения ничем не хуже. Но только та вторая без защипов. Ну и, конечно же, опять мои любимые биглипы. Цветочек 9-10 сантиметров. Шикарнейший. Очень красивый. Цена 350 гривен. Пушистый-пушистый. Цветочек крупный. Красивый биглип «Осенний ветер». Два цветоноса на каскаде 400 гривен. Сурсонг. Сорт очень красивый, интересный, яркий. Летняя песня. 250 гривен. Только лишь потому, что здесь немного цветочков. Корневая, как видите, здесь хорошая. И цена приятная. Карибская мечта, 250 гривен. Я вам ее перед этим снимала. Там цена была 350. Сорт тот же самый, ребята. Это другой сорт. Ребята, на вечер уже немножко голова не работает, поэтому некоторые сорта просто выпадают. Этот сорт не назову. Цена тоже 250 гривен. Ребята, почему снимаю корневую? То есть, чтобы вы видели, что с корнями здесь все, ну, просто отлично. Если какие-то вопросы у меня, не у вас, а у меня какие-то вопросы перед отправкой,
Я всегда перезваниваю и всегда говорю, что если есть какие-то проблемы с растением, я вам его просто не отправлю. Поэтому отправляем мы всегда здоровое растение. Кто с нами давно, тот уже знает наши приоритеты. И тем спасибо большое, что с нами остается. Аладдин. Цена 300 гривен. И есть у нас одно отцвевшее растение. Цена 250 гривен. Вот такая вот грандифлора у нас есть по сниженной цене. Цена 300 гривен. 15 горшок. Как видите, растение замечательное. Кого нет у нас в Вайбере, добавляйтесь, потому что там выставляем оценки. Альбомы на подростки. Вот смотрите, у нас есть как по 150 гривен, так по 250 гривен. Вот, кстати, вам Diamond Sky по сниженной цене. То есть можно выбрать растение на любой вкус, на любой кошелек. Вот это все то, что я сейчас показываю, это все по сниженной цене. В Вайбере этот сорт я выставляла, но, наверное, не все видели. Это Black Pearl. Черная жемчужина. Цена, ребята, 250 гривен. Это очень хорошая цена для этого сорта. Сорт любит давать прикорневых деток. Очень щедрый на цветение, просто невероятно щедрый на цветение. Помимо того, что вот спящие почки вот здесь доращивает, еще цветет и выбрасывает цветоносы. Но он очень щедрый действительно на цветение. Цена 250 гривен для бриллианта, это очень хорошая цена, ребят. Black Pearl – это категория черных орхидей. По сниженной цене есть у нас вот, я не знаю, какой это сорт. Он пришел без сорта. Это ароматная. Такая вот у нас одна. Есть цена 250 гривен. Это взрослое растение. Оценка только потому, что растение доцветает. Из цветущих подростков есть Cranberry Chacha, Solo Vivian, Белая Снежинка. Элис есть по сниженной цене, это тоже ароматный сорт. И вот такие вот, ребята, 170-150 гривен можно подобрать на любой вкус. Коты по сниженной цене 300 гривен. Ребята, такой цены уже не будет. На следующей неделе снова коты придут, если я не ошибаюсь, то ли 400, то ли 450 гривен. Ну и, конечно же, снова покажу вам наших подростков. Подростками я бы их не назвала. Вы видите размер этого растения? Вот рядышком лежит линейка 15 сантиметров. Вот это вот пришли такие огромные подростки. Это миксы, цена 180 гривен. Ребята, это миксы от Мики, не от НСК. Поэтому все будут крутые, все будут классные. Кто взял, очень прошу, делитесь фотками. Миксы должны быть очень красивые. Поэтому у кого зацветет, девочки, очень прошу фото. То есть, ну вот, видите, да, вот это подросток 2,5. Я не знаю, какой это будет сорт, самое интересно. Иногда бывает, я ради праздного любопытства могу унести какой-нибудь сорт домой, зацветет, потом приношу в магазин. Но вот этот, наверное, все-таки я один унесу, потому что мне очень не терпится узнать, кто это будет. Еще раз скажу, что миксы у нас по 180 гривен. Ну и, конечно, не забывайте о профилактике. Сейчас жарко, грибковые заболевания, трипсы, мучнистый червец, все это имеет место, поэтому обязательно нужно делать профилактику. Как видите, выбор у нас довольно большой. Получили живой мох сегодня. Объем 1 литр, но пакеты очень-очень плотненько так набиты. Пакеты действительно очень хорошие. Был у нас предыдущий поставщик, там литр, но там было намного меньше, мы отказались от этого поставщика. А здесь такой хороший набитый пакет. Живой мох, литр, цена 35 гривен. Всем приятного просмотра. Звоните, пишите, ждем вас. Всегда вам рады. Пока-пока.